Здравствуйте, дорогие друзья! Не удивляйтесь, сегодня мы не в видеостудии, а в фотостудии в моей. Для этого мне достаточно было убрать кулисы, это очень быстро происходит. И я сегодня не провожу урок, в общем-то, по большому счету. Просто у меня пришел заказ, большой заказ. Носочки. И все к Рождеству с оленями. И надо торопиться. Вы последний раз застали меня за пошивом софтбоксов, и я обещал, что я покажу, расскажу. Конечно, я это сделаю. Посмотрел я на вашу реакцию. Реакция замечательная. И я понял, дело нужно, и мы это сделаем в ближайшее время. Но так как мои все видео-туториалсы, они бесплатны, мне за них не платят, как бы, да, то нужно заботиться еще о том, чтобы, ну, как-то денежку накопить на прожитие, на то, чтобы я мог снять эту студию и так далее. Но, тем не менее, хотя сегодня и не туториал, и не урок, но заодно я хотел бы вам показать. Мне пришла такая мысль, что, может быть, кому-то будет интересно, как Эдуард снимает носки. И есть, конечно, пару интересных вещей, которые я сейчас тоже вам покажу и расскажу. Так, носки. То, что вы видите на заднем плане, это не какая-то такая конструкция, хотя выглядит очень здорово. Здесь стоит лазер. Скажите, совсем носки с лазером снимать? Да, я не только носки с лазером снимаю, часы с лазером снимаю. Вот. Почему, я потом сейчас расскажу, мы подъедем поближе. У меня стоят две вспышки. Ну, это Valimax с сотами. Valimax, я не знаю, продают в России Valimax или нет. Но дело в том, что это, наверное, Falcon ваш. Или Архимед там, я не знаю. Ну, в общем, не такие очень, очень дорогие. Почему соты? Потому как я снимаю материал. И я бы хотел, чтобы структура материала более-менее показывалась. Я не хочу снимать жестким светом, а мягкий свет убьет текстуру. Поэтому выход из него полужесткий свет, который дают соты. Ну вот, мы с вами добрались, доехали до самого интересного. То, что выглядит так уж очень навороченно и сложно, на самом деле не что иное, как фотоувеличитель. Большой лабораторный фотоувеличитель. Когда я его увидел на eBay, я сразу понял, для чего он. В одном из комментариев вы сказали, что у меня мозги под предметку заточены. Это правда. И я решил купить себе такой увеличитель, хотя он был без линзы. Линзы были, а объектива не было. Ну, так как никто не хотел без объектива, мне удалось купить его за 1 €. Весит он порядка 20 килограмм. Чем он хорош? Хозяин вообще не знал, что он продает. Хорош он тем, что у него очень плавная настройка по вертикали. И горизонталь он держит великолепно. Здесь есть куча ручек, можно закрутить, можно настроить так, что вплоть до миллиметра мы будем подтягивать. Ну, хотя мы это все делаем объективом, но тем не менее очень очень интересная штука. Тем более, за 1 €, я думаю, никто бы не отказался, да? Ну, бывают такие случайности, такие счастливые случайности. Сегодня я посмотрел, еще вот только эта станина стоит почти 100 евро. То есть, действительно, тот, кто продавал, не знал, что он это делает. И для чего эта штука вообще? По-моему, он архитектор. Итак, единственное, мне пришлось его попросить из Мюнхена мне привезти в Бонн. Вот, ну это единственное было неудобство, так сказать. Так, ну хватит о
фотоувеличителей, как я сказал, это великолепная станина, очень надежная, очень такая уравновешенная. И что я сделал? Я прицепил к ней пластину. Две дырочки сделал, пластину прицепил, я сейчас все покажу. А к этому, значит, сделал гусиную шейку для лазера. Лазер мне нужен для того, что мой заказчик, он требует, чтобы все носочки или туфли, или что находились точно на том же самом месте, без отклонений. Поэтому можно было налепить сюда каких-нибудь... Сейчас мы посмотрим вниз с вами. Я включу лазер. Я надеюсь, что будет видно. Я пошевелю. Вот. И я могу настроить лазер так, что от перекрестия у меня лазер, это строительный лазер. Стоит копейки практически. Я могу настроить так, что мне будет видно конец моих носков и угол, под которым я его кладу. То есть вот здесь. Очень удобно. Это не что иное, как серая карта, только понемножку по-другому оформлена. Здесь 18% серого, здесь белый цвет, тень и самый черный цвет, вот это отверстие. Можно было, конечно, просто серой картой пользоваться, но мне эта штука больше нравится. Называется Spider Cube. Если нужно, дам информацию со своей страницы. Единственная беда, там все описано, но на немецком. Вот, когда-нибудь переведу. Теперь вернемся опять в наше состояние. А, пока не забыл. Все это уложено на серый материал. Сейчас покажу. То есть я взял столешницу, обтянул серым материалом. Почему не белый? Потому что во время... Видите, я даже не боюсь тут смещать, убирать свои вещи, потому что вернуть очень легко на место, используя лазерные лучи. Когда идет вспышка, они забиваются, их не видно. А эта штука позволяет мне точно подобрать потом в рок-конвертере цвет. Потому что цвет наших носков очень важен. Да и вообще всего в предметной фотографии. Так. Теперь поднимемся назад к нашему увеличителю. И давайте мы посмотрим, из чего тут все состоит. Я, пожалуйста, не буду раскручивать ничего. Я просто сейчас сниму, чтобы было видно, из чего что состоит. А уж раскручивать я покажу, где какие болты нужны. Я надеюсь, видно. Это не что иное, как рамка, которая вставляется пленка. Вот здесь они кладутся, пленочки, да. Кто занимался налоговой фотографией, то знает. И все, что я сделал, это просверлил вот здесь две дырочки и прикрепил вот такую железную плату. Ох, сказал по-немецки плату. Ну, я не знаю. Ну, в общем, такую пластину. Вот, пластину по-русски вспомнил. Прикрепил такую пластину. Здесь я прицепил ну, такой от штатива головочку, да? Они могут, можно брать любые, короче говоря, головки. Ну, у меня была эта, я поставил эту. То есть она у меня под 90 градусов спокойно ставится. Удобно, хорошо. Это я сделал просто подставку для того, чтобы держать кабель. Вот, и теперь смотрите. Вот так это все выглядит. Вот так он. Здесь его можно отпустить. Точно такое же колесико. Не хочу ездить туда-сюда. Вот. И вот смотрите. Как удобно и хорошо это все. Наверх он чуть ли не сам бежит. Вниз потруднее. И теперь я вместе с этой держалкой вставляю. Подниму повыше, чтобы вам было видно. Вставляю сюда. Если у меня маленькая распорочка еще есть, чтобы не шаталось ничего.
Все. Так как эта пластина у меня была для других целей, в ней было очень много всяких дырочек, то они мне сейчас как раз и пригодились. Я прикрепляю сюда эту подвижную, называется она Шваненхальс, лебединая шея. Я не знаю, как это по-русски будет. Наверное, гусиная шея. Так, все. Теперь обратно ставим камеру. Закручиваем ее. Это пульт управления, чтобы не мешался, я его просто сюда закрепил. Вот практически все. Вспышки включены, камера настроена, лазер показывает правильно. Все, нажимаем. Готов? Эх, мне бы еще ассистента, который бы все тут мне распаковывал, подкладывал, да мы за полчаса эту коробочку уделали. Но, увы нам, увы. Обработку я тоже покажу. Посмотрим. В принципе, я не собираюсь там долго возиться. Там обычная обтравка. Ну, все равно обещал, значит обещал. Итак, до встречи в фотошопе. Все. Мы открыли наш файл в RAW-конвертере. И первое, что мы видим сразу по гистограмме, что у нас пересвет идет очень сильный. И поэтому, ну, мы это поправим сразу же. Вот так. Готовенько. Подвигаем рычажки. Как я сказал, это серая карта, но в моем понятии это Spider Cube, и так он и называется. Он поможет нам сейчас выставить баланс белого очень быстро. Достаточно взять вот эту пипеточку, кликнуть на эту серую поверхность, и все. Мы получили тот цвет, который нам был необходим, я уже вижу. Далее я еще сейчас загляну вот сюда, посмотрю, что здесь немножечко может быть темные места. Так, открываем. Вот, открыли. Возвращаясь к серому фону. Во-первых, тряпочный фон не бликует. Это раз. Второе, на белом я еще буду снимать белые носки. И тогда это будет, как немцы говорят, на белом знании белый орел. Поэтому лучше все-таки, я считаю, мой опыт показывает, снимать на сером. Тогда и края будут нормального цвета, и при обтравке нам не придется слишком много заботиться об этом. Ну, для начала перевернем вообще-то этот замочек, уберу. Вращение изображения по вертикали. Ага. И по горизонтали. Вот так. Ну, качество нормальное, мне нравится. Можно было бы, конечно, погладить носки, но я этого делать не буду, ребята. Перво-наперво инструмент прямоугольная область. Сейчас скажу заданные пропорции. Ширина будет у меня 3, высота у меня будет 2. Вот таким макаром. И теперь изображение. Кадрировать, да? Все правильно, кадрировать. Готово. Убираем Ctrl-D, убираем выделение. Так, есть куча разных способов, как обтравить носки. Можно воспользоваться, конечно, инструментом быстрого выделения. Пройти вот здесь, здесь. Тут немножко, тут немножко.
Это как бы было бы самое простое. И сейчас посмотрим по поводу выделения, уточнить края. Посмотрим, как выглядят края. Ужасно они выглядят. Сгладить нам не надо это. Растушевку посмотрим. Сначала все уберем. Сместить край внутрь. Мы смещаем край внутрь, чтобы не захватить ту серую тряпочку. Сгладить теперь немножечко можем. И теперь уже чуть-чуть растушевки, скажем, при таком. Ну вот. 1.07.08 пикселей. Говорим запомнить настройки. Они нам понадобятся для других. Окей. Теперь Ctrl-J. Подкладываем белый. Вот он, инструмент заливка. Берем белый. Все. Смотрим краешки. Довольно-таки неплохие краешки. Единственное, что мне не нравится еще, это вот здесь получился розоватый оттенок. Ну, вы знаете почему, да? Это так называемая аберрация. Мы из розового сделаем серый, и на этом все будет хорошо. Вот это место мне там пришлось иголочку подложить, да? И я сейчас это, конечно, уже с помощью заплаточки попробую быстренько убрать. Так, встав на правильный слой. Ну, как я и ожидал, конечно, тут проще справиться обычная ласса, которым я просто сделаю заплатку. Белый цвет. Ctrl-Alt. Сдвигаем. Сдвигаем. Готово. Здесь тоже эти аберрации видно, да? Вот они. Зеленые, красненькие. Я справляюсь с этим просто. Я беру инструмент губка. И снижаю насыщенность здесь. Вот таким образом. И сразу цвета уходят. Готовенько. Здесь вижу, маленькая полосочка еще осталась. Это не проблемно. Штампик. Аккуратненько. Alt зажали. Прошлись. Все. То же самое можно и по шрифту сделать. Поездить губочкой. Вот так. И мне бы хотелось его сделать более насыщенным. Он немножко слабоватый. Для этого мы сейчас пойдем в уровни. И вот сделаем вот так. Но видите, у нас как бы носок тоже стал потемнее сразу же. Поэтому с помощью Ctrl-I мы превращаем маску в черную. И теперь с белой красочкой мы здесь только прошлись. Все, я думаю, заказчик будет доволен. Но если нет, мы тогда, конечно, можем здесь тоже поправить, скажем так. Но это потребует дополнительного времени и как бы дополнительной оплаты, я думаю. Хотя, честно говоря, не могу я так. Не могу я так. Ну тут так, ребята. Или мы договариваемся с заказчиком, что он бы сам гладил, скажем так. Или мы берем это на себя, но за отдельную оплату. Я сейчас попробую решить эту проблему способом фотошопа. Для этого я выделил красивый участок. Это я уже могу соединить. Красивый участок. Ctrl-J. Я его выведу на новый слой. Подвину сюда. И здесь возьму с помощью Alt черную маску сделаю. То есть сразу же закрыл. Замаскировал все. И теперь с помощью белой кисточки аккуратненько здесь
заделываем эти самые некрасивые морщины. То же самое сделаем здесь. Смотрим. Ну, выглядит лучше, правда же? Еще пару вещей, может быть. Вот я какой-то перфекционист. Фильтр. Соединим слои и пойдем в фильтр пластика, возможно. Да. Вот я вижу, что здесь есть небольшие такие отклонения. Нажим кисти, сделаем 50. Размер кисти, ну, пускай 100 остается. Вот этот пальчик возьмем. И вот это вот место мне бы хотелось чуть-чуть подровнять. Оно, конечно, носок есть носок. Но если носок выглядит ровно и красиво, ну, кто откажется от такого носка? Правда же? Поэтому поработаем чуть-чуть. Это много времени не занимает. Другое дело, когда их 100 штук. Результатами мы довольны. Напоследок, что нам останется, это, конечно же, сделать немножечко усиление резкости. Я воспользуюсь умной резкостью, хотя толком не знаю, какой эквивалент у нее на русском. Но главное не переборщить. Все, ребята, с одним носком покончено, осталось еще 99. Поэтому я с вами прощаюсь. Я думаю, вам было интересно поработать вместе со мной. Всего доброго. С вами был Эдуард Петер. Пока.